С тех пор, как не стала маэстро, возглавляет биг-бенд Георгия Гараняна тромбонист, всемирно известный финский музыкант Антти Мартин Рисанин. Сам музыкант отмечает, что задача эта непосильная, но найти общий язык со слаженным бендом солистов ему все же удалось. В прошлом году на сочинском фестивале у дирижерского пульта стоял именно он и запомнился сочинцам. А в этом году Антти Мартин еще и удивил. Музыкант не забыл свое прошлогоднее обещание и привез местной тромбонистке свою книгу. Что же касается участников «Царь джаза», то их, отмечает вдова Георгия Гараняна, она же организатор проекта, очень долго утверждали. Хотели собрать разнохарактерных музыкантов. Так на сочинскую программу попала российская актриса, а по совместительству певица, танцовщица, фигуристка Валерия Ланская. Она будет вести концерт и даже исполнит одну композицию. Сама отмечает, что это новое для нее направление, и на репетиции заметно волнуется. Безумно здорово. Я нервничаю, потому что никогда прежде не пела джаз. И именно вот так, в такой форме, свободной, с импровизацией, это очень волнительно для меня. Тем более рядом с профессионалами, которые делают это всю жизнь. Звезда фестиваля, несомненно, Ля Гейла, американка, считающаяся шведской певицей. Репетиция в Сочи, которую провели в училище искусств, явно удалась. Удовольствие получили и собравшиеся студенты, и сами музыканты. Кардинальных изменений в нынешнем фестивале нет, отмечают организаторы. Задача по-прежнему одна – выйти на иной уровень эмоций и качественного наполнения концерта. Ну и немаловажно привлечь как можно больше зрителей с целью популяризации джаза среди детей и молодежи. Поэтому наша задача совершенствоваться. Форму мы отработали, она придумана Георгием Гараняном, мы ее только реализовываем. К счастью. И мне кажется, эта форма очень удачная. Практически все иностранные гости фестиваля впервые в России. От Сочи в восторге. Сравнивают курорт с Майами. Особенно понравились огни ночного города. Дождь музыкантов не огорчает. Обещают, джаз-фестиваль состоится в любую погоду. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.